Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Как известная пара Энгин Акурик и Туба Бюйкустюн, известная пара, и еще одна важная причина, по которой об их отношениях говорили публично, заключалась в том, что они снимались в одном сериале. Энгин Акурик и Демет Аздемир – главные актеры издаваемого в настоящее время телесериала «Меня зовут Фарах», составляют пару, которой завидует Туба Бюйкустюн. Туба Бюйкустюн сказала: «Энгин и Демет очень близкие друзья, но я завидую тому, что связь между ними показана. Я знаю, что связь между ними очень сильна, и я должен это сделать». Туба Бюйкустюн сказала, что тесная дружба между Демет Аздемир и Энгином Акуреком также повлияла на их выступление в сериале, и они очень хорошо ладили как дуэт. Она также заявила, что ревность Туба Бюйкустюн на самом деле очень естественна и свидетельствует о сильной связи между ними. Не будет ошибкой сказать, что дружба и связи между Энгином Акуреком и Демет Аздемир следуют слухам, которые распространяются вокруг пары. Однако достоверность дружеских отношений и связей между ними весьма сомнительна. Поскольку они оба будут играть в одном и том же сериале, связь между ними очень сильна, они могут завести много общих друзей, помимо того, что они очень близкие друзья. Понятно, что существует много споров о том, какая связь между парой. Но в текущей ситуации только они могут знать, есть ли между ними дружба или очень сильная эмоциональная связь. Однако вполне понятно, что Туба Бюйкустюн сказала, что ревновала ее из-за дружбы и прочных связей между ними. Туба Бюйкустюн и Энгин Акурик ушли после завершения сериала «Кара Пара Ашк». Однако утверждается, что прочная связь между ними продолжается, и близкая дружба между Демет Аздемир и Энгином Акуреком очень особенная для Туба Бюйкустюн, а также ее ревность. Зрителям «Кара Пара Аск» нравятся близкие отношения и дружба между этими двумя, и они хотят, чтобы эти отношения длились всю жизнь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Как известная пара Энгин Акурик и Туба Бюйкустюн, известная пара, и еще одна важная причина, по которой об их отношениях говорили публично, заключалась в том, что они снимались в одном сериале. Энгин Акурик и Демет Аздемир – главные актеры издаваемого в настоящее время телесериала «Меня зовут Фарах», составляют пару, которой завидует Туба Бюйкустюн. Туба Бюйкустюн сказала: «Энгин и Демет очень близкие друзья, но я завидую тому, что связь между ними показана. Я знаю, что связь между ними очень сильна, и я должен это сделать». Туба Бюйкустюн сказала, что тесная дружба между Демет Аздемир и Энгином Акуреком также повлияла на их выступление в сериале, и они очень хорошо ладили как дуэт. Она также заявила, что ревность Туба Бюйкустюн на самом деле очень естественна и свидетельствует о сильной связи между ними. Не будет ошибкой сказать, что дружба и связи между Энгином Акуреком и Демет Аздемир следуют слухам, которые распространяются вокруг пары. Однако достоверность дружеских отношений и связей между ними весьма сомнительна. Поскольку они оба будут играть в одном и том же сериале, связь между ними очень сильна, они могут завести много общих друзей, помимо того, что они очень близкие друзья. Понятно, что существует много споров о том, какая связь между парой. Но в текущей ситуации только они могут знать, есть ли между ними дружба или очень сильная эмоциональная связь. Однако вполне понятно, что Туба Бюйкустюн сказала, что ревновала ее из-за дружбы и прочных связей между ними. Туба Бюйкустюн и Энгин Акурик ушли после завершения сериала «Кара Пара Ашк».
Однако утверждается, что прочная связь между ними продолжается, и близкая дружба между Демет Аздемир и Энгином Акуреком очень особенная для Тубаду и Кустюн, а также ее ревность. Зрителям Кара Пара Аск нравятся близкие отношения и дружба между этими двумя, и они хотят, чтобы эти отношения длились всю жизнь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.